Всем привет, с вами Дэн Ткач. Сегодня я получил посылку из Китая. Это пока что моя первая и единственная посылка, поэтому начнем мой видеообзор. Поехали! Видно, да? Состояние коробки. Так, вскрываем содержимое. Мне по почте из Китая должен был прийти скейт Долли, чтобы снимать красивые ракурсы на него снизу. Посмотрим, что входит в комплект, состояние. Такое приятное ощущение, когда открываешь. Хочется, чтобы там еще что-нибудь было, но ничего нету, к сожалению. Все, коробочка, хоть и смятая, как будто по ней кувалдой ударили от Почты России бонус. Вот сам скейт. Долго думал, брать себе такую штуку или сделать самому. Все-таки решил и сделать самому, и взять. Все. Отлично. На этот болтик прикручивается камера. И, соответственно, можно снимать. Также есть деление для того, чтобы разворачивать и снимать по кругу. У меня есть сомнения в ровности полов в квартире, поэтому протестируем скейт для видеосъемки на компьютерном столе. Самодельный скейт Долли. Покупной скейт Долли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!